Здравствуй, народ! На связи Хакод, и это выпуск в честь великого для наших стран праздника 9 мая. А также в честь всех игроков, что когда-либо были в нашем сообществе Девангард, с ролей юниора и выше. Каждый из вас сделал в истории сообщества что-то хорошее, хоть были и те, что успели и насолить. Однако, за все время существования Девангарда в нем было 128 игроков, и никнейм каждого из вас был сохранен в этом памятном превью. Ведь даже те, кто пал на темную сторону, до этого сделали что-то хорошее. И чтобы этот ролик и его превью действительно остались в обозримой истории, каждый новый участник, скорее всего, просмотрит этот ролик. Ведь главной темой ролика будет Уосу. Старички, не спешите закрывать ролик. Новички, усаживайтесь поудобнее. Данный ролик специально создался отдельно, так как подробное рассмотрение этой темы может растянуться на приличное время. Начнем с самого главного. Господа и дамы, в Девангард испокон веков принимают не по уровню вашей игры, ну, то есть не по скиллу, а по уровню вашей адекватности и доброте, а также культуре речи. Уосу не призвана отсеять якобы слабаков, если только в плане силы воли. Она призвана дать, именно дать всем игрокам сообщества базу для высокого уровня игры на уровне инстинктов, если можно так выразиться. Пока я тут болтаю, вы наблюдаете именно мою игру в такой кем-то любимой, кем-то презираемой игре Counter-Strike. Поверьте, до игры в Уосу я... Извиняюсь, ладно, скажем мягче. Я терял свое время, работая на карте Aimbot, настреливая с дигла 5000 ботов за раз. Я ведь в некотором смысле упоротый в плане тренировок человек. И ушло у меня на это очень много времени. Когда один мой друг и знакомый узнали об этом, я даже скажу кто, Darkness Trouble и Мистер Каскор, они меня обсмеяли и затроллили по полной. И ведь услышав об этом, они позвали меня в ММ, где я сыграл настолько криворуко, что было ежу ясно, что я просто спустил свое время в унитаз, самоотверженно тренируясь на карте Aimbot, настреливая по ботам. Как вы догадываетесь, они порекомендовали мне игру Уосу, аргументируя это тем, что на аимботе ты просто стреляешь в реалиях горизонтали. То есть ваша рука двигается только в бок, но не вверх или вниз, а в самой игре рука прыгает по целям лишь в определенный момент. В Уосу же ваша рука поначалу будет по-настоящему уставать. Уставать, потому что вы будете вынужден двигать рукой и кликать пальцем безостановочно, порой в течение 5 и выше минут. При этом вы будете вынуждены осознанно наблюдать за вашей целью, чтобы нажать на нее не раньше и не позже. Что уж говорить о том, что при этом вам порой будет не хватать коврика для мышки, если он маленький, чтобы двигать мышку по всем направлениям. В общем, в меру своей упоротости я около 2 недель играл в Уосу. Целью ставил пройти уровни без промахов, когда промахивался, тут же начинал игру заново. То есть я даже не допускал такое понятие, как промах, а их поначалу было просто уйма. Я не понимал, как это вообще работает, мне никто ничего не объяснял, обучение я нашел не сразу. При помощи метода тыка разобрался в модах, ставил миссию в мод Half, при котором она шла в 2 раза медленнее, и старался понять, как пройти подводный камень, который порой встречается в картах. И да, это тот самый подводный камень, с которым я впервые столкнулся. То есть, когда я начинал, я даже не успевал сообразить, что вообще происходит, и куда в данной ситуации нажимать, чтобы здесь не промахнуться. Да, мой разум работал на пониженных частотах, а скорее всего, на частотах обычного человека. Уосу заставляет вас с повышением уровня переходить на все более и более высокие скорости. Я, человек, который не мог пройти задрюпанный первый уровень в игре Уосу, сейчас прохожу 3 уровень на двойной скорости. Да я когда пробовал проходить эти 3 уровни, когда только впервые открывал Уосу, не успевал даже в первые ноты попасть, настолько быстрым это мне казалось. А сейчас чуть ли без промахов прохожу эти уровни на двойной скорости, что уж говорить об обычном.
Окей, хватит лирики. Результат на практике вы уже видели. Истории «как это круто» наслушались. Теперь подробности о том, как в нее играть. Если есть желание идти именно по моему пути, то тут все сложно. Нужно проходить не ликвидку, а классик прусит, что значительно сложнее первой и имеет несколько подводных камней. В ликвидке их нет. Если кто не понял, подводный камень – это когда тебе, как правило, недостаточно быстро соображать. Тут нужно знать, как действовать в определенный момент, иначе сфейлишься из-за неожиданного финта на карте. Для вступления в Давангард, как правило, необходимо предоставить пройденный без промахов третий этап какой-нибудь карты. Сразу предупреждаю, что третья ликвидка значительно легче третий классик прусит. Если вы настолько же упорты в плане тренировок, как я, добро пожаловать в пруситку. Да не загорится ваш коврик для мышки. Для остальных же вновь напомню, что Осу введена не для того, чтобы отсеять якобы слабых игроков на этапе отбора, а для того, чтобы дать вам базу для хорошего уровня игры. Поэтому не уходите в крайности и просто проходите ликвидку. Как это сделать, как раз сейчас я подробно для вас разберу. Во-первых, обязательно начинайте именно с самых первых уровней, всегда. Вы должны привыкнуть к скорости, на которой работаете. Обратите внимание на азы и основы. Прежде чем кликнуть на цель, вы должны дождаться, пока сойдется круг вокруг нее. Некоторые цели нужно сопровождать, опять же, дождавшись, когда сойдется круг. Некоторые цели нужно сопровождать дважды, а порой и несколько раз. Спины нужно крутить, что также неплохо развивает координацию ваших рук. Возможно, мне показалось, но я и в жизни стал соображать значительно быстрее. Падающий стакан со стола с тех пор не успевал коснуться пола. Ну да ладно, это уже вновь лирика. После того, как вы, великие и ужасные, прошли первый уровень на обычной скорости, не спешите переходить на второй. Прежде чем перейти на новый уровень, вы должны пробустить скорость варки вашего котелка. Проходите первый уровень на двойной скорости при помощи дабл-мода. Соответственно, затем вам нужно пройти второй уровень на обычной скорости, а затем на дабл-скорости. И только после этого вы можете смело приступать к третьему уровню и доказать, кто тут дракон! И кто прошел от Иоса, когда пальца по... Извините, занесло. Так вот, чтобы вы понимали, на самом деле за первый год моего знакомства с Осу, за 365 дней, то есть за 8760 часов, я играл в нее всего 24 часа. Даже по часу в день я в нее не играл. Результат, тем не менее, был потрясающий. Как в плане успехов в играх, так и в плане скорости варки моего котелка. Напоследок скажу только одно. Максимально важное правило. Никогда, дракоша, не меняй сенсу. Прежде чем играть в Осу, выберите в самой винде для себя комфортную для вас сенсу. В играх потом настройте примерно такую же. Вы ее быстро будете находить по ощущениям, лететь сразу начнет. И эту сенсу никогда не меняй. Не повторяй, дружище, моих ошибок. На связи был Хакот, до скорого.